Клуб «Мурман» провел заключительную встречу в рамках серии гостевых игр в чемпионате России по хоккею с мячом. На выезде северяне сыграли против Кузбасса. Уже к 6-й минуте было забито 3 мяча. Авторы двух первых – кемеровчане. К слову, одна из сильнейших российских команд. Но вскоре, благодаря удачным действиям Константина Зубарева, который забил гол с передачи Николая Гаврилова, разрыв в счете удалось сократить. Затем Николай Гаврилов еще раз поразил ворота Кузбасса и выровнял счет. Во втором тайме обе команды забили еще по одному мячу, и матч близился к закономерной ничьей. Но на 79-й минуте заполярные хоккеисты вышли вперед. Илья Пономарев успешно реализовал свой момент игры и вывел нашу команду вперед. Итоговый счет 4-3. Мурман набрал 17 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице. Теперь хоккейный клуб ждет серия домашних встреч в столице Заполярья. Первым соперником уже 24 января станет сыктывкарский «Строитель». Начало игры в 18:30. Самоотверженность, желание огромнейшее ребят. Я бы так сказал, желание перехлестывало. Вот. И получали, наверное, удовольствие. Жажда была и хоккея. Ну, молодцы, я восхищен ребятами.